Если мы говорим о незаконном использовании объекта авторского права, да, для доказывания его незаконного распространения, гражданину необходимо обратиться, например, в нотариальную контору, где нотариус зафиксирует вот это размещение в социальных сетях объекта авторского права, скажем так. И это будет доказательством. Конечно же, можно обратиться к администрации сайта с жалобой, и таким образом тоже восстановление справедливости произойдет. Как правило, администрация тут же блокирует того, кто незаконно использовал чью-то авторскую работу. Но не каждая фотография, не каждый ролик может, скажем, быть объектом авторского права. Поскольку объект авторского права, он образуется в результате творческой деятельности, должен быть новым, оригинальным и нигде ранее не публиковаться.